«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Эти слова из известной песни из фильма «Офицеры» можно назвать лейтмотивом презентации фотовыставки «Победа в лицах», которая подготовлена в рамках одного из патриотических проектов Общероссийского народного фронта. Его реализация началась в 2020-м, когда отмечалось 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и продолжается и сегодня. Очень важно сохранить эту память не просто как-то формально, а максимально по-человечески донести ту теплоту, которая есть у людей. Как я уже говорил, одна из частей всего проекта – это фотографирование ветерана с их портретами в молодости. Когда видишь, как человек не просто спустя годы, спустя десятилетия сохранил вот тот огонь, искру в глазах, когда он был молодым, когда ему сейчас уже всем за 90, ну, это просто очень глубоко трогает, знаете, как вот до мурашек просто пробирает. А еще плюс огонь в глазах – это огонь победителей. Люди, которые победили, которые строили нашу страну. То, что мы сегодня видим, это творчество людей, которые вложили сюда душу для того, чтобы мы, приходя сюда, понимали, что те годы, эта война, она должна остаться в памяти. Для чего и зачем, наверное, каждому здесь это понятно. Поэтому сегодня еще раз огромные слова благодарности вам, уважаемые ветераны. Городец представили на выставке «Три ветерана войны». Зенитчица Клавдия Хрисанфовна Самойлова, пехотинец Василий Яковлевич Курицын и летчик Александр Иванович Солунин. Двое из них присутствовали на презентации лично. Им всем уже по 95-97 лет. И каждый из них говорил, какой дорогой ценой далась победа. Дороги наши были очень круты, но только совесть наша не в долгу. В самые тяжелые минуты мы родину не отдали врагу. Пускай пришлось испить лишений чашу, но присяги воинской верны мы спасли не только землю нашу, мы спасли не всю жизнь родной страны. В проекте «Победа в лицах» принимали участие пехотинцы, летчики, артиллеристы, разведчики Второй мировой из многих регионов России. В Нижегородской портретной галерее есть своя значимая и узнаваемая деталь. Все ветераны сфотографированы вместе со снимком, где они в военной форме в годы войны молодые. На снимках можно увидеть краткую историю боевого пути и пожелания молодому поколению. Это, безусловно, показатель для молодого поколения, для всех нас. Вот с таким живым блеском в глазах, который присутствует на фотографиях, что до последнего нужно идти, бороться, и обязательно мы победим. Любая победа будет за нами. Работа над проектом в Нижегородском регионе будет продолжаться. Планируется сделать фотографии всех оставшихся в живых участников сражений во всех районах региона. Фотовыставка «Победа в лицах» в Городецком историко-художественном музейном комплексе будет работать до ноября. А затем она отправится в Дзержинск.